Вот так центр города приобретает новый образ. Некогда заброшенный стадион «Локомотив» уже почти разобран. Сегодня почти полностью снесли стену стадиона, которой в 90-х пристроили торговые павильоны. Скоро уберут и их. По мнению экспертов, они никогда не красили центральную площадь города. Во-первых, они временный характер носят, это же не постоянно, не капитальные постройки. У них, они в любой момент, они могут быть снесены. Вот, конечно, такие лотки, ларьки, павильоны – это все наследие, наверное, еще постперестроечных времен. И, безусловно, это не красит наш город, наоборот, он какой-то такой провинциальный характер носит. Территорию, где располагался стадион, готовят по строительству большого квартала «Локомотив» почти на 4000 квадратных метров жилья. Первый уровень застройки также отдадут по торговой площади, но уже нового, современного формата. Разрешение на проведение работ по реконструкции у нас уже получено. На данном этапе мы организовали и ведем уже работы. На сегодняшний день демонтировано здание трибун, идет восстановление здания. И на данном этапе нам необходимо продолжить демонтаж павильонов по стороне улицы Площади Победы. В связи с чем мы будем в ближайшие дни устанавливать ограждение. Первые три павильона разобрали уже сегодня. Специалисты уверены, что за 3 года здесь появится полноценный жилой квартал, изюминкой которого станет исторический фасад стадиона «Локомотив», который обязательно восстановят. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.